Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть Pixel Piracy. В прошлый раз я играл примерно 2 недели назад, наверное, вышло уже очень много новых версий, я не знаю, потому что не следил особо, там, у меня вообще неделю интернета не было. Так, мне написали, что мой корабль похож на... Тазик, о, ё-моё, что-то вы слишком громкие, ребят, давайте мы... Music Dev Autosave Voice. Вот это. Наверное, мы немножко сбавим. Так, и у меня есть желание. Давайте вы посидите вот тут. А я пока построю себе корабль. Итак. У меня просто появилось желание немножко построить, что-то там поделать. И посмотрим, что у нас с этого выйдет. Что получится? Так, 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 так. Starting slot. Окей. Вот так. Я думаю, примерно 2. Вот так, чтобы мы точно не утонули. Так, ой, блин, очень быстро тратится. На это ресурсы. А почему здесь нельзя поставить? Очень странно. Ну да, ладно. Так. Вот так неплохо выглядит, но... Еще, 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 чтобы нам сюда добавить. Пока мне, я думаю, даже такого достаточно для моих путешествий. Они смогут пройти сквозь этот один квадрат или нет? Даже не знаю, нет, как-то оно здесь не подходит, я думаю. Вот так прикольно. Все, пусть пока остается вот так. Да, будет такой простенький кораблик. Я думаю. А потом, если чё? Ладно. Сойдёт. Так, чё вы тут делаете? А, ещё ничего? Всё, попили-попили немножко и... Уходим. Потом дострою еще, наверное, что-нибудь. Все-таки... Какой-то он простенький слишком. А на воде стоит крепко. Окей, так. Пойдем грабить. Так, я... Что у нас там? У меня тут медик, по-моему, есть. Я даже не помню, кто там кто. No information. Ага, мне надо вот сюда, походу. Или в... Парот Ислан. Торквей, Таверн, Шип Скиллс. Я помню... Интересно. Блин, мне надо сюда, но я поплыву туда, посмотрю, что там, и потом вернусь аж туда. Нельзя же возвращаться без добычи. О. Так, 205 жизней у моего капитана, офигеть. Просто офигеть. О, уровень, красава. Мне парус бы купить, но у меня нету золота. Так что нам нужно золото. Deadman,
А, она хиляет или это он всех, а сам себя походу нет, и потому он не очень-то восстановлен. Его надо, не знаю, если он медик, где-то позади держать. Game, save it. 1, 2, 3 пирата. Я думаю, мы справимся. Вперед! Эй-эй, куда ты побежал? Эй, а этот что? Что с ним такое? Почему он такой медленный? Он туалет хочет. Наверное, музыка слишком громко. Сори, такой бой. Вот так как-то. А сейчас она слишком тихо, но я надеюсь, все хорошо. Так. Пойдем сундук откроем. Дальше тут ничего нету, это что такое? И в сундуке у нас золото, конечно же. 34 золота. Это пробуем или нет? Курочки! С них что выпадает? Эгг. Окей, ладно, убили, ну и фиг с ним. Ладно. Вроде ничего больше на этом острове нету. 34 золота всего заработали. Там еще какой-то грейнстоун М. Но, как бы, не знаю, он нам походу не очень так и нужен. Так, все на борту. Да, нас четверо. Ох, ё-моё. Убираемся, убираемся. World map. Исланд, Исланд. Давайте потом вот так прямо как-то поплывем. Посмотрим, что еще тут. Все-таки без золота возвращаться в город я как-то не вижу. Что это такое? Не вижу большого смысла возвращаться в город без золота. Там уровень, по-моему, кто-то. Так. Нету. Нету. Есть. Экстра хипер аген. Тебе нужно, потому что у тебя клининг. А нет, шип репайр есть. Офигеть. Красава. У меня есть. И у тебя тоже 2 талант поинта. Basic атак. И все, у тебя только вид прокачан. Ну давай вообще вот эту штуку прокачаем. Че вы тут все столпились? Уже еда закончилась. Всю сожрали, да? И... 1, 2, 3 О, тут какие-то бочки есть. Капитан, вперед! О, этот последний идет. Главное, чтобы он не пошел один на один против кого-то. О, отлично, они двое дерутся. Почему все того пошли бить? Окей, один готов. Быстро добиваем второго. Все? О, это лучше не трогать, я помню эту штуку. О, тут у нас золотой сундук и какие-то ящики. Ну, команду, правда, я отправил на корабль. Пусть сидят там, почему бы нет. Офигеть, 15 урона я наношу со своего меча. Ну, замечательно.
Один. Ну уже давай. Окей, эликсиры повыпадали. Тут да много чего повыпадало. Надо все собрать. Я не знаю. Попробовать эту штуку использовать и уходить. Убегать. А, у меня 200 жизней. А у них... Мы даже сможем их победить. Ой, блин, кровотечение, твари. Вдвоем на одного. Ну, сейчас. Красавцы, вот как нужно драться. Их молоты забрали. Да? Все, уходим. Так, ship setup, food. У меня заканчивается. Мне надо фишинг. Удочку купить. Чтоб фишинг был у меня, и все будет замечательно. Так, у капитана... Кровотечение. Как же от него избавиться? Стой, экспириносимов. Эг. Итем. Стоп. Походу нет у меня штуки от кровотечения. Но я думаю, капитан должен даже быстрее восстанавливаться. У него жизни там хорошо прокачаны. Ладно, поплывем сюда. Это будет очень долго, как я понял. Долгое путешествие, так что... А еды у нас не осталось почти. Ой, блин. 89 жизней, они идут вниз или вверх? Пока еще непонятно, правда? 80. Офигеть, вот это кровотечение. Я так еще и умереть могу. Шесть, офигеть. Походу жизни падают, а не поднимаются. Нужно в городе будет посмотреть, есть ли там эти бандаж, как они, бинты, да, чтобы избавиться от этого кровотечения. О, чё тут? Кто-то драться с нами хочет. Ну давайте. Сразимся. Ай, капитан. 58 жизней. Главное, чтобы их не убили. Кого-то убили. У нас все живы. Окей, золото. Сундучок. Все, больше ничего нету. А, на мне еще и яд, и кровотечение, короче. Я и забыл даже о яде. Я так давно его использовал, надо найти какую-то вещь от... А, я забыл. Вот это... Баба. Думаю, сюда. Я не посмотрел даже, что там есть, но... Фиг с ним, просто поплывем.
Ship Setup, Food. Это все, что у меня осталось. О, походу, это кровотечение прошло. Кушать хочешь? Окей. Так, мне нужно купить, короче, эту. Фишинг. Да, и я буду тратить меньше на еду тогда. Денег. И замечательно будет, я смогу потратить на то, что мне нужно. Так что, если я сейчас увижу удочку в магазине, то я ее обязательно куплю. Что такое? Что это было? Все рады стали сразу. Что случилось? Я не успел заметить, прочитать. Там внизу что-то написало. И все сразу довольны стали. Так, ладно, давайте смотреть, что здесь есть у нас. Тут таверна хотя бы есть? Нет, тут таверны нет. Ну, мораль-то у нас восстановлена. Это кушать нету. Так. Food, 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 drink. Вот эти две штучки надо. Три купил. Что здесь? Торч, факел, вау. О, тут есть фишинг. За 100 беру. Мне все равно. О, замечательно. Вудблок, вудвалам, бомбром, краб. Окей. А, еще тут что-то у нас есть. Снайпершот, бандаж. Короче, здесь много всяких прикольных штук. Не знаю, что это такое. Fishing Mate, Cooking. Эликсир. Возьму одну бандаж. Все-таки она иногда нужна. И уходим отсюда. Так, там у нас у кого-то... А, блин. О, у тебя есть талант поинты. First, teach how to replace captain after Dr. Aura. Да, ты будешь еще и готовить у нас. И... Cooking и fishing. Давай ты будешь кукинг. Значит, тебе нужно вот это. Топор, чтобы защищаться. А кто у нас будет фишинг? Блин, вот где была моя вот эта штука. Ты будешь у нас фишинг. И дадим тебе фишинг. А, вариабло, 100 мораль. Не знаю, что это такое. Ты с ним. Так, фишинг есть. А у тебя маску тогда надень. А у тебя вообще ничего не изучено. И никаких книг у меня пока нету для тебя. Ну да ладно. Хорошо. Все на корабль. Так, ship setup. Декорации. Один ром. А, не поставил, ну да ладно. А, зачем ром, если тут все довольны у меня? Просто кушать хотят немножечко. Вот. Понял. Сейчас будет еда. Давай, лови, кстати. По-моему... А, это только идет, который должен ловить рыбу. Так. Ну, лови.
Как я пойму, что он что-то поймал? Ship setup, нет, world map, давайте поплывем в другой город. А уже бесполезно, что ли? То есть я сдал, вот тут есть таверна. А ладно, тогда постоим тут, давай, рыбу, слови мне. Смотри, команда голодает. Чё тут такое? Окей, походу нам нужно в таверну. Так, блин. Как понять, что он поймал рыбу? Вот тут она же должна быть. Ладно, я думаю, я пойду в таверну, там что-то попробую наловить. Пусть они там отдыхают в этой таверне. И... мы тогда продолжим уже в следующей серии. С вами был Пират. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.